Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Начинается монтажный сезон. Сегодня монтируем теплицу арочная 2,5 на 4. Установили брус, начали собирать арки, торцы. Все потихоньку по ходу. Продолжаем монтаж. Собрали каркас, обшили торцы. Брус, соответственно. Кормугу боковую установили. Все, перекрываем. Делаем форточки двери. И готово. Все, закончили монтаж теплицы. Арочная 2,5 м. 2,5 на 4. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20. В торцах, дверях 20 на 40. Труба оцинкованная. Плюс полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Фундамент теплицы брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Поликарбонат. Самый лучший 0,8 плотности, 4 мм толщина. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем, перфолентой. На торцах стоит уплотнительная резинка. Над дверями козыречек. С этого торца цельная дверь. Дальний торец, форточка. Также установлена боковая формуга для проветривания. Газ в лифтах. Закрыли, все плотненько. Открыли. Все, укосины для большей жесткости конструкции. Колышки в землю. Теплица стояла мертва. Простая и надежная конструкция. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!